давно не было видео про игры. И сегодня, и как вы знаете, на моем канале есть видео про Суперэндо Ли Стикман. И я его записывала давно, и с того момента я удалил эту игру и решил, но когда я ее снова скачал, я увидел новое обновление и решил записать это видео. И сегодня я вам расскажу и покажу, что нового добавили. Во-первых, добавили то, что я не знал раньше, то, что можно регулировать левел компьютера. Также в этой игре, как вы помните, есть на двоих режим. Есть survival, там, где до чего доживешь. И сегодня я буду сражаться с ботом, но он будет на 9-м левеле. И также добавили новое оружие, а именно карточки. Я вам покажу мои любимые оружия. И что ж, начнем. Это видео я буду нарезанным делать. Я покажу вам лучшие бои. Карточки иногда действуют так. Карточки есть три вида. Зеленая задерживает игрока противника, а фиолетовая телепортируется на его место. Друзья, давайте я поставлю на рандомную карту. Так, у нас попалась такая карта. Я решила взять карточки, так как это новое оружие. Красные карточки. Мы играем против самого тяжелого уровня бота. Точнее, компьютера. И поэтому он не такой-то уж и бессильный. Поэтому он хорошо может играть. Но пока что кажется... либо я, либо он. Что это? Но мы не расстраиваемся и продолжаем. Также в этом видео я поменяю свое оружие еще на два. Давайте еще два раунда сыграю с этим и переставлю оружие. Так, сейчас мы взяли зеленую, выдерживаем его. Никуда пройдем. Ничего, сейчас мы попробуем. Так, мы зашли вот сюда, в эту зону, и так. Опа, я его задержал. И да, есть! Мы его забили. Давайте еще этот раунд сыграем за карту. Ну что ж, друзья, меняем оружие на вот это. Это мое одно из любимых оружий. Я не знаю, как оно называется, но это... у него тоже три вида атак. Красная — это супер-атака, которая заряжается и потом стреляет сильным шаром. Зеленая атака — это как бы бомбочка, которая прилипает и заставляет противника куда-то уничтожить. Также желтая это вот такая вот она летает. Если игрок на нее наступит, то он полетит. И есть, друзья, мы победили. Так, посмотрим на домики, что мы победили. Но я заметила то, что добавили всего лишь одно оружие, но зато для меня стало новой информацией то, что можно повышать уровень компьютера. Друзья, так, давайте еще три раунда за это оружие.
Также, друзья, не забывайте, что это самый тяжелый соперник, ну, именно компьютер. Так, мы почти попали на шахту бесконечности. Так, он замедлил время. Почти попал. Так, замедлил время, почти попал. Есть, прилепил. Прилепил. Но все же он меня забил. Еще два раунда. Креплялка, не знаю, как это назвать. В общем, смотрите, как она работает. Например, мы в такой ситуации берем, крепляемся и спасаемся. Это оружие больше спасает, чем бьет. Но оно бить тоже может. Опа. Продолжаем, друзья, так же карта. Стой! Блин. Ну ладно. Следующий раунд, друзья. Также можно наносить урон, если вы не можете наносить. Ну, это тоже было мало такое. Но он тоже победил. Вот, например, я улетаю. Почти я улетаю. Опа. А не улетел. Удал. Неудачно я спасся. Так, если не интересно, что я сегодня делаю,
что ж, друзья, вот такое вот у нас получилось видео. Пишите в комментариях, какое вы хотите, чтобы я еще записал видео.